Александр Кузьмич, ну вот как вы считаете, почему надо вступать в партию? Вы знаете, к сожалению, наш русский народ имеет свои потрясающие достоинства и потому имеет свои недостатки. Наши достоинства обладают такими, говорю, свойствами, что они порождают наши недостатки. И поэтому есть поговорка: наши недостатки – суть продолжения наших достоинств. Наше достоинство в соборности. Мы коллективисты. Мы хотим справедливости национальной, экономической. Но одновременно вот эта наша соборность порождает в нас желание царя, священного вождя. Когда люди верили в Бога, это был царь. Но после того, когда в эпоху просвещения люди ритуально убили Бога, и сейчас никто в Бога не верит. Может быть, несколько сотен тысяч верят, конечно, в России, но масса основная не верит. Люди поэтому теперь ждут диктатора, вождя. Называется это «сильная рука». Не случайно Сталин победил во всех этих телевизионных конкурсах. Потому что люди русские, люди коллективисты. А коллективисты, они не понимают ничего в политической борьбе. И поэтому тезис многопартийности в нашей стране не проходит. Наш народ органически не приемлет многопартийность. Наш народ органически приемлет единство. Поэтому он сначала принимает инородцев и не отталкивает их. А когда инородцев мало, они ласковые. Как только критическая масса инородцев перевесивает их, как говорится, малость, они начинают наглеть и резать. Тогда русские встают и начинают в себя стряхивать. Но в партии русский народ не идет. Все партии, которые сейчас есть, это не партии, это искусственные порождения режима. Достаточно сказать, что все драконовские законы о партии были созданы евреем Сурковым Дудаевым. Со своим восточным менталитетом он создал химеры 50 тысяч членов партии. Да какое это имеет значение? Вообще, может, на одно село может быть один умный человек, который в чем-то понимает. И раньше, в глубокой древности, люди доверяли ему, он становился старостой. А сейчас найти по всей стране 50 тысяч, он прекрасно это знал, это иметь 50 миллионов денег минимум. Сейчас они сбросили нам кость, 500 человек, и сидят смеются. Но они сказали, что в блоке вы объединяться не сможете. Поймите, надо в партию вступать и выбрать партию, в которой более или менее ясно написано, что она хочет. Национально-социальная справедливость – это то, что хочет наша партия. Национальная справедливость – это справедливость по тому вкладу, который русский народ внес. Он создал это государство, пусть никто не обижается. Все говорят на нашем языке. Одновременно была такая Старовойтова, которую убили за ее жадность. Она писала книжку, в которой я вообще отрицала, что мы русские существуем. Как же так? Вот мы все сидим, а нас нету. Есть русский язык, русская литература, русская архитектура, русская история, а русского народа нету. Нет, говорит, они его нету. Придумали даже учебник российского языка. На марках написано «Россия». А все равно весь Запад говорит «Раша, Раша». Но уже нас унижают, уже называют нас «Рашка». Понимаете? И говорят это наши старшие братья-хохлы. Малороссы. Их придумали назвать украинцы. Украинцы. Это придумано было еще в Германской империи этого Бисмарка. Тогда там в 1881 году вышла газета «Die Ukrainische Rundschau», украинское обозрение. Кстати, до 14 века Москва называлась «Залесская Украина». Украина — это на краю. Сейчас придумали, что это Украина. Короче, я веду к тому, что как определить, мы русская партия или мы славянская партия. И украинцы, придуманное искусственное государство, искусственный язык. И белорусы, придуманное искусственное государство. Это все одна нация, три ветви одного народа. Но так было 90 лет тому назад. Еще царь заблудился в окрестностях Киева, его вывели крестьяне, и он написал в дневнике: наконец-то я оказался в среде настоящего русского народа. А сейчас идет драка в Киеве за то, что русский язык будет просто-напросто языком общения и какой-то документации на региональном уровне. Как далеко мы ушли, голову нам уже сняли. А все равно в партию не идут.
Так вот, я хочу сказать, это единственная партия, которая восстановит национальную справедливость по отношению к русскому народу. Все это вокруг да около. Справедливая Россия, там, ЛДПР. Они даже боятся говорить. Они боятся, все боятся. Даже в нашей среде уже здесь, на маленьком партийном собрании, уже страх возникает. А как мы этих оттолкнем? Это никто никого не оттолкнет. Русский народ пока еще самый большой народ на планете. Нас 100 миллионов. Чего бояться? Медведь встанет, сбросит этих блок и все. Но объединить трудно. Огромные пространства земли. Германия, в которой я жил, да ее проехал ты за день всю сверху до юга. Потому нацисты организовывали партайтаги. У них не съезд был, а партийный день. А у нас собрать каково? Какой там марш на Москву? Это Муссолини мог идти по крохотной Италии, собрав 100 тысяч человек. Прошли 10 часов и собрались. А у нас давай-ка с Владивостока иди до Москвы. Да ты всю жизнь идти будешь, 3 года идти будешь. Поэтому у нас есть сейчас интернет, который можно осваивать. И я призываю всех людей вступать в партию, которая говорит, русский народ – это основа. Русским мы вернем богатство, которое отняли. Русским мы возродим снова образование, которое было лучшее в мире. Медицину сделаем, все сделаем. Но для этого нужна поддержка народа, а для этого нужна регистрация. Пока еще мирным путем мы должны прийти к власти. Ну а там посмотрим, что будет. Время летит быстро, потому что мы живем в эпоху информационной революции. Информационная революция ускорила ход времени. То событие, которое происходит в Калифорнии, в ту же секунду известно в Москве. За 10 тысяч километров не 3 года идет известие, а 1 секунду. Значит, с такой скоростью экспресса чудовищного Сапсан летит время, события в нашей стране. То, что при царе длилось 10 лет, у нас длится 1.5 года. Запомните, через 1.5 года будет поздно. Поэтому надо вступать в партию ПВН СССР и работать в ней, отдать свои силы ради потомства, ради того, что остается единственно вечным в мире. Это народ. Народ то, что остается всегда и вечно. Проходит все. Проходят государственные образования, но народ остается вечно. Не случайно сейчас говорят, мы русские имеем 10-тысячелетнюю историю. Астрабон писал, славяне древнее египтян. Поэтому продолжим это дело, чтобы свеча не угасла. Вступайте в партию, ничего в ней трудного нету, а просто отдайте свой голос, подпишитесь, что вы члены такой-то партии. И тогда мы уже все устроим. У нас есть актив, который готов идти на все, даже перекрыть дорогу этому Вовке Путину, который ездит сам не зная для чего и зачем в этот Кремль. Сидеть на троне Ивана Грозного и профукать всю страну, это надо умудриться. Я хотела бы добавить, надо наконец всем вспомнить, что честь дороже жизни. Вот понятие честь, слово честь, оно вообще ушло из нашей жизни. Любой сговор, любые уступки, любое приспособление, есть это понятие чести. Должно оно возродиться. Честь дороже жизни. Потому что бесчестие это позор, я не знаю до какого колена и на всю родню. Этого не должно быть, этого не должно быть. Мы должны об этом думать и помнить и заботиться об этом. Ну, к сожалению, вот чуть иначе произошло. А насчет того, что можно опоздать, я просто напомню людям, кто постарше, 93-й год, когда Верховный Совет в осаде ждал помощи и получал согласие и утверждение, что мы вас выручим, мы вам поможем, мы вот придем. Сейчас осень, сейчас мы хлеб уберем, сейчас мы вот урожай снимем, вот сейчас еще мы тут что-то сделаем, и мы придем. И не пришли. И в результате парламент России, Верховный Совет России, законно избранный, на потеху всему миру был расстрелян. И это транслировалось на весь мир. Весь мир сидел, смеялся и наблюдал, как русские позволили уничтожить свой Верховный Совет. Как бы они ни относились, там можно говорить, Хизбулатов тот или не тот, но это был парламент избранный, впервые свободно. Там были люди разных взглядов, разных убеждений, но они любили Россию. Кстати, они и за Севастополь проголосовали, что это русский город. И начали как раз отстаивать интересы России. И вот позволить расстрелять... Это, ну, преступление, которое мы все сами совершили, вот это пятно на народ. Он позволил это сделать. Но как бы не получилось еще раз подобное. Надо спешить и надо делать. Не получится. Я вот тут бы добавил, что
здесь в организации «Партия Возрождения национально-социальной справедливости в России» есть люди, которые очень достойны. Я наблюдаю несколько собраний, могу сказать, что здесь есть люди, которые готовы принять на свою, как говорится, ответственность, под свою ответственность, судьбоносные решения страны. Верховный Совет, по всей видимости, в качестве чечена Хасбулатов не мог такого совершить. А здесь есть люди, которые смогут такое сделать. То есть люди, оставшиеся в живых после 93-го года, имеющие опыт, выберут то, что нужно будет в час Ч, чрезвычайный час, когда будет или отечество, или смерть. Мы вас не подведем.